20 марта 2023 года, пространство Сена. Это вход со стороны торговый пик, и есть еще вход со стороны Гороховой 53. Собственно, пришел я сюда, чтобы заснять в очередной раз небольшие скульптуры, которые здесь есть, потому что мне кажется, что их становится больше. Это ворона. Женщина с кольцом номер один. И сейчас будет женщина с кольцом номер два. Их надо сравнить и понять, чем они отличаются. Это номер один. А это номер два. И тоже женщина с кольцом. Не пойму, чем они отличаются. Ну, вторая вот там вот вдалеке стоит. Женщина с кольцом. Иван Матвиенко. Коза Елизавета. Такая вот коза Елизавета. И мужик, который ходит вокруг сзади и что-то говорит, не мешает. Он там похромал. Это рабочие. 20 марта 2023 года. Пространство Сена. Женщина с раздвинутыми ногами, сидящая в раскоряку. Такие у нее ноги. И две собаки. Альф. Там на табличке написано, что песик. И зовут его Альф. И еще один песик под названием Вольт. Их, боюсь, что их давно не кормили, поэтому они такие тощие. В общем, то, что это песик, у него видно очень даже отчетливо. Подошел специально к Альфу. В общем, у него тоже видно отчетливо. Все, пошел на выход. Сегодня 20 марта 2023 года. Пространство Сена. И адрес здесь Гороховая 49, литер Б. Вот она, Гороховая впереди. Там была табличка Гороховая 51. Но, скорее всего, что заход правильный — Гороховая 53. Тут еще всякие хостелы, клубы, магазины и прочее. И вправо, если пойти, тоже двор есть, но там нету скульптуры. Все, всем привет.